то, что касается этой игры, я согласен, что с РДРом, что она будет непростая, что она будет сложная. Вот. Ну, примерно то же самое, что и говорил перед первой встречей. Шансы примерно равны. Вот. 1-0 в пользу АЗ по результатам прошлой игры. Он, мне кажется, не дает особых преимуществ ни им, ни нам. Вот. Поэтому и завтра тоже считаю шансы равными, точно так же, как и перед той игрой первой с АЗ. Вот. Несколько усложняет нам ситуацию дисквалификация некоторых игроков наших. Ну, например, Расима Тагирбекова, Аделя Ахмедова, вот, Максимова. Тем не менее, считаю, что у нас есть точно такие же шансы, как у АЗ, выйти в следующий круг. У него такие шансы есть, но я бы так сказал, если не с самого начала подготовки, то со второго сбора, вот, когда у нас стало побольше игр и побольше специальной работы, то вот с этого момента начиная у него действительно появились шансы быть конкурентоспособным по отношению к двум нашим основным форвардам. Это по отношению к Гухарову и Смолову. Дело в том, что Сердеров и Абдуллау Ислам, два наших молодых форварда, они заметно прибавили вот за этот подготовительный этап. И вы уже видели не раз Сердера в игре, и, может, чуть поменьше, но и Абдуллаева тоже видели в игре. Ну, это радует, когда есть молодые футболисты, которые соответствуют каким-то требованиям премьер-лиги, и которые стремятся все сделать для того, чтобы стать более классными игроками. А, Гаджи Мустафович, а будет дополнительная мотивация после, ну, учитывая, прокручивая в голове тот незасчитанный мяч в матче с АЗ в Голландии? Ну, там действительно не засчитали гол, он был забит по правилам. Вот. Помимо этого еще и нас огорчает то, что мы получили 11-метровый. Именно вот о таком нарушении, в кавычках, говорил выступавший на семинаре тренеров в Европе, там, Калина. Вот. И именно такую ситуацию разбирая, он говорил о том, что в данной ситуации пенальти не назначается. Поскольку игрок, в данном случае Гаджибеков, находился спиной по отношению к игравшему головой сопернику. Он не доставал мяч, и он после этого его не видел. Он выпрыгнул и специально не играл руками, чтобы закрыть какую-то дорогу. Он просто выпрыгнул, отскочивший от головы соперника мяч попал в руку стоящему спиной по отношению к нему футболисту. Можно было бы сказать, что я не понимаю там, или мы не понимаем вот данную трактовку, такое тоже бывает. Но когда Калина говорит о том, что такие пенальти не назначаются, а судья из его страны этот пенальти назначает, то непонятно. Я думаю, что мы попросим разъяснения у Европейской Федерации Футбола относительно трактовки вот этого положения.
Ну и больше, как мы об этом говорили, интересно это ваше мнение по поводу видеоповторов. Вы за? Я давным-давно за. Я за уже, ну не знаю сколько лет, может быть лет 15. И от этого мы никуда не денемся. Многие виды спорта давным-давно используют повторы, видеоповторы. И ссылки на то, что это займет какое-то время, они несостоятельны. Это совершенно не так. Во-первых, технический прогресс позволяет это сделать достаточно быстро. Во-вторых, вкладываются клубами, в особенности, да, значительные ресурсы в клубы, да, в команды. Вот. И один засчитанный или незасчитанный гол может решить, значит, будет команда, ну, допустим, Анжи, ладно, там, мы на такой-то стадии там, и так далее. А в финальной игре, это же может случиться в любой игре, да, в Лиге чемпионов в финальной игре может случиться ошибка. Вот. Ну, какие-то подвижки все равно есть, прогресс есть. Мы сейчас видим судью, который стоит за лицевой линией, рядом с воротами, который наблюдает за этой ситуацией. Но все равно действие, мне кажется, техники, оно будет куда более объективным, ориентир на технику, позволит более объективно оценивать ситуацию. В Анжи сейчас снова немало звездных и заметных игроков, но они все русскоязычные. Вам все-таки удобнее со звездами, но с русскими разговаривать, общаться и их тренировать в сравнении с иностранцами, которых в Анжи тоже было немало. Вот эта коммуникация, как бы вы ее охарактеризовали? Ну, для меня принципиальной разницы нет. Почему? Потому что все зависит от сознания, от ментальности футболиста, человека. Вот. Понятно, что если взять, например, там, команду целую, там 20 человек, да, из 20, конечно, с русскими или русскоязычными, я, допустим, смогу разговаривать на одном языке с 18, да. А из 20 иностранцев я смогу разговаривать на одном языке, ну, может быть, с 15, может быть, с 14, да. Если из этого исходить, то да, легче, проще, ментальность одна, вырос здесь, общаемся вместе, понятно, что гораздо больше общего. Но если говорить вот о профессиональных требованиях, о требованиях современного футбола, как его понимаю я и как его понимают профессиональные футболисты, которые приехали из-за рубежа, то здесь может оказаться, что, ну, например, что я с ЭТО легче найду общий язык, чем с некоторыми русскоязычными. Вот тут нельзя однозначно сказать, да. Очень много зависит от того, кто из легионеров пришел, получается, и кто из россиян пришел, получается. Очень важно, чтобы приходили футболисты, которые живут интересами команды. Понятно, что каждый заинтересован в своем личном «я», вот, но футболист не должен ставить свое «я» выше интересов команды. Вот если это происходит, тогда мне, как тренеру, работать сложно. Можно продолжить тогда по Иву вопрос? Ну, я думаю, что это человек, который сейчас, безусловно, человек, на которого вы рассчитываете, в первую очередь, на лидера. Оправдывает ли он ваши ожидания в этом вопросе? Он точно простым характером? Я думаю, да. Вот то, что касается непростого характера, так у меня однозначное мнение здесь, что лучше пусть будет с непростым характером, но с характером, чем с простым характером, но бесхарактерно, да, без характера. Вот. Что футбол играют люди, в профессиональный футбол играть должны люди, по крайней мере, мне хотелось бы, чтобы
той команде, которую я тренирую, играли люди с характером. Вот. И вовсе не обязательно, значит, чтобы ну, во всем они соглашались со мной. Да, я на это смотрю совершенно спокойно. Если у игрока есть какая-то своя позиция, и он готов эту позицию объяснить, а в случае необходимости доказать действиями на поле, там главное, правильно? Ну, ля-ля такое между нами, там оно может быть любое, а главное, как ты играешь в футбол. Играй, выходи, помогай команде достигать результата, и нет проблем, мы будем с тобой соглашаться. Да. А после матча с Спартаком футболисты Анжи говорили о том, что не исключена ротация перед игрой с АЗ, потому что команда, да, пытается и на два фронта играть, и спастись в премьер-лиге, и пробиться дальше в Лиге Европы. Вы планируете ротацию вот перед этой игрой? Я не могу ее не планировать, и не только по той причине, что значит, жесткий календарь, но и по той простой причине, что у нас в Лиге Европы не заявлена целая группа игроков, которая может играть в чемпионате. Ну, например, Быстров, например, Белединов. Поэтому ротация, она неизбежна. Ну и, конечно, жесткий такой календарь. Мы завтра будем играть на третий день после 17-го. И, конечно, хотелось бы дать какой-то достаточно большой группе игроков передохнуть перед встречей с ЦСКА. Что-то мы можем себе позволить, а что-то нет. Поэтому ротация будет, в том числе и вынужденная. И ротации не будет в некоторых позициях, тоже вынужденная. Получается так, что мы обязаны ставить тех игроков, на позиции которых у нас нет резерва. Причем резерва не только, значит, как обычно говорят, равноценного, да, но вообще нет резерва. То есть у нас на игру будет заявлено 14 полевых игроков, больше у нас нет в распоряжении. И, ну, еще раз хочу сказать, что для нас все равно, хоть у нас так вроде более удачно складываются матчи в Европе, но мы изначально считали, что приоритет чемпионат России, так складываются матчи в Лиге Европы, что у нас там они как-то более удачно, что ли, завершаются. Отсутствие Дика Адвоката, который шутил по этому поводу, сказав, что будет голубями управлять командой, как думаете, это серьезное преимущество для Анжи? Не, я думаю, нет. Я думаю, что главная та работа, которая происходит за пределами стадиона, связь с командой он будет иметь, с тренерским составом, он сможет свое мнение высказывать. Вот. А сама подготовка к игре, она происходила с участием главного тренера АЗ. Вот. Я думаю, это серьезно на результат игры не может повлиять.